Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Мехиас Иван. Я из Кубы. Вы подумаете, почему меня зовут Иван? На Кубе все уважают Россию. Мой дед из уважения к русскому народу решил назвать своего сына Иван. Мой папа тоже назвал сына Иван. Так что я Иван Иванович Мехиас. Мне нравится русская культура. Особенно я люблю русские песни. Для вас я спою русскую народную песню «Черный бор». Черный ворон, бесь я тупой.